В третий раз Северодвинск напишет тотальный диктант. Организаторы желающих приглашают не только в библиотеки. В этом году появится новая площадка – аудитория бывшего Севмашфтуза. Начало 16 апреля в 15 часов. В Центральной библиотеке на Ломоносова 100 сейчас идут последние приготовления к тотальному диктанту. Здесь текст третий раз будет читать актер драмтеатра Сергей Черноглазов. В этом году, в отличие от предыдущих, к нему присоединятся не коллеги по сцене, а библиотекари-филологи, учителя русского языка и литературы. Автор текста диктанта в этом году Андрей Усачев. Детский писатель Андрей Усачев знаменит тем, что пишет замечательные стихи. И есть подозрение, что текст будет именно стихотворный. Я думаю, что это будет сложнее и в то же время и необычнее. Площадок в этом году будет 8. Адреса на ваших экранах. Предварительно записаться можно на сайте totaldict.ru, чтобы организаторы могли вместить всех желающих. Потому что организаторы из Новосибирска решили обыграть данное мероприятие такими незатейливыми персонажами и обозначить в афише такие забавные фразы. «Пингвин не придет на тотальный диктант, но ты обязательно должен прийти». Поэтому мы решили сделать фотозону с пингвином на фоне плаката и все-таки доказать нашим горожанам, что пингвины тоже могут писать тотальный диктант, и они обязательно придут. Профессиональные фотографии можно будет забрать бесплатно. Напомним, в прошлом году диктант написали 432 северодвинца, 12 из них на «отлично».